Ближе к полудню аллея фонарей по улице Гоголя заиграла праздничными нарядами. Именно здесь вот уже не один год проходят рождественские ярмарки. На протяжении нескольких месяцев хозяева торговых павильонов готовились к этому событию, чтобы в предпраздничные дни приятно удивить покупателей доступными ценами и эксклюзивными сувенирами. И готовились предприниматели не зря. Торговля пошла с первых минут работы выставки-ярмарки. В этом году особенно отличились ремесленники. Елочные украшения ручной работы, сувенирные куклы, ажурные деревянные ели. В каждое продаваемое изделие искусные мастера смогли вложить частичку тепла и любви. Я думаю, видно сразу, что с любовью. Сразу с любовью. Конечно, хотелось что-то такое в этом году показать, что не было в прошлом году. Какое-то такое... изюминку, да, как вы. Более 70 павильонов будут радовать жителей и гостей областного центра ежедневно с 10 до 19 часов. Своим ассортиментом, разнообразием и доступными ценами организаторы ярмарки смогли даже завлечь главного новогоднего сказочника – Деда Мороза, которого вместе со Снегурочкой можно было увидеть в числе первых посетителей. Свечи, хлопушки, фонарики, разноцветные гирлянды и мишура. Скоро к этому разнообразию прибавится и продажа живых елей. Продажа натуральных елей начнется с 20 декабря в 5 местах по улице Гоголя, в 3 микрорайонах города и на 6 рынках. Также дополнительно с 26 декабря будет организована продажа натуральных елей еще в 3 микрорайонах города. Как всегда, на ярмарке работают пункты общественного питания. Кроме полюбившихся пирожков и блинов, здесь можно продегустировать и один из популярных европейских фастфудов – жареные каштаны. Этой еде больше 2000 лет. Бедняки во Франции где-то около 2000 лет назад поняли, что каштан можно есть. И когда еды не было ничего, они как бы ели эти каштаны. Каштаны, они очень калорийные, они очень полезные и, ну, на самом деле очень вкусные. Главное ноу-хау этого новогоднего сезона – деревянные торговые павильоны по улице Пушкинской на участке от площади Ленина до Карла Маркса. 12 домиков, украшенных разноцветной иллюминацией, погружают гостей в атмосферу праздника, дарят радость и приятные ощущения сказки из детства.